Панкратион – довольно-таки жесткий вид спорта. Если углубиться в историю, родоначальники этого вида – Геракл и Тесей. Последний победил Минотавра с помощью этого боевого искусства. Первая школа свободного боя появилась в США в 60-х, в России – в 91-м году. Кстати, в Барнауле. Алтай тогда встречал первый в стране международный турнир по панкратиону. Поэтому и проведение здесь всероссийского турнира не удивило. Ну, во-первых, можно сказать, что панкратион родом из Барнаула, это во-первых. А во-вторых, ну, это просто традиционный турнир памяти человека, который совершил подвиг и является примером мужества и доблести. Турнир посвящен памяти героя Советского Союза Константина Павлюкова. Летчик выполнял задание в Афганистане. Его самолет сбили, а когда мужчина спускался на парашюте, душманы несколько раз его ранили. Приземлившись, Павлюков отбивался от врагов до последнего патрона, а затем и себя, и духов подорвал гранатой. Характер и смелость в бою сегодня показывали и спортсмены. 28-й турнир собрал почти 400 парней из 26 регионов страны. Самым младшим участникам 8 лет. Но пример мужества Павлюкова давал особую мотивацию и взрослым спортсменам. Несмотря на травмы, ссадины, гематомы, выходили и бились за золото. Ну, пропустил несколько ударов. Как бы в нашей профессии такое бывает. Одержал победу. Вот, собственно, все. Травма несерьезная, как бы все восстанавливается, как бы, мужской вид спорта, как бы это нормально. По итогу турнира алтайская команда взяла первое место в панкратионе классическом и традиционном. Два серебра у гостей из Новосибирска и по бронзе у спортсменов из Республики Алтай и Кемеровской области. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.